В Караганде прошла 19-я адвокационная встреча, посвященная борьбе с туберкулезом. На ней присутствовали представители госсектора, неправительственных организаций и наша съемочная группа. Руководители здравоохранения и представители аппарата КИМ, ответственные за социальный сектор, центр фтизиопульмонологии и неправительственные организации, собрались вместе, чтобы обсудить тему распространения и ликвидации туберкулезных заболеваний. В сравнении с прошлых лет постепенно количество заболеваемости уменьшается, особенно это очень заметно последние десятилетия, почти на 50%. И тяжелые формы туберкулеза уменьшились до 70%. Если мы вспомним 90-е годы и 2000-е годы, когда даже тяжелые формы туберкулеза мы, как хирурги, часто оперировали. Сейчас хирургические операции практически сведены на ноль. В сентябре на Генеральной ассамблее ООН рассматривалась проблема туберкулеза. Министр здравоохранения республики Ажар Гениат внесла свою подпись в коалицию мировых лидеров по ликвидации данного заболевания, а вместе с тем и открыла для страны дорогу к инновационным проектам этой тематики. Цель нашей встречи, чтобы в Казахстане, очень амбициозная цель, чтобы в Казахстане ни один человек не умирал от туберкулеза. Есть стратегия, мировая стратегия, НТБ называется, то есть «Конец туберкулезу», которая реализуется с 2015 года. Наша страна подписала эту стратегию, и мы реализуем конечный срок к 2035 году. И еще одна важная цель, которую мы хотим донести до лиц, принимающих решения, это представители акиматов, представители маслихатов, неправительственные организации. Мы хотим донести информацию, что есть такое глобальное движение «Партнерство СтопТБ». К движению «СтопТБ» Казахстан присоединился с 2017 года. Роберт Грав, Зулхарнаис Махаев, Наталья Заяц, Пятый канал.